2004. Жасып ала ма? Көтеріп болмайды ғой негізі. Иә, позвонған үшін бір жер қалып жүрген болса одан сайын паниковать. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 марта в районе торгового дома «Супак» в микрорайоне «Авангард». Мужчина 95-го года рождения, управляющий автомашиной марки «Lexus», сбил девушку на нерегулируемом пешеходе. Девушка 1991 года рождения, на данный момент она доставлена в больницу. После того, мы сейчас ждем заключения врачей, после заключения врачей будут приняты процессуальные меры. Это возбуждение административного либо уголовного материала в отношении водителя.